Готовы? Да. Пристегнулись? Да. На старт! Внимание! Приготовились! Походу я выиграл у детей. Молодцы! Всем привет, друзья! С вами снова наш YouTube-канал. Прошу прощения за то, что не получается ежедневно выходить в эфир, потому что, ну, действительно, очень много работы. Я сейчас сижу возле высотного дома, жду, пока специальная альпинистка Лена занесет людям продукты. Вот. Потом мы переедем и отвезем еще одной нашей подписчице Елене. Елешка Див. Очень приятно за отзывы. Спасибо вам огромное. Поддерживаете морально. Очень приятно читать ваши слова благодарности нашей команде. Очень приятно. Это нас мотивирует работать больше, масштабнее, плодотворнее. Ребятушки, ситуация с продовольствием, слава богу, хоть в Украине сейчас сложная, но мы достаем все необходимые продукты, вещи, таблетки, лекарства и так далее. Спасибо, хочу сказать огромное всем тем, кто принял участие в нашем аукционе. Я куда-то сюда вставлю кусочек видоса. Ребятушки, я сегодня... Опять начало греметь. Мы уже шестой раз включаем камеру. Я сегодня съездил в лавку и вот сейчас пакую посылки. Сколько, какой сегодня уже? 60 или какой там день войны? Я уже сбился со счету. В общем, сейчас запаковываю, чтобы одним махом все отправить. И вот эта открыточка, которая ушла за 21 тысячу гривен, которую подарил мне Андрей Сизов. Я сейчас вот так вот вставляю в книгу, запаковываю. И эта открытка отправляется в Полтаву. А эту 21 тысячу я потрачу нашим солдатам. Нужны в автомобиле насосы, которые работают от прикуривателя. Это раз. И пламя-гасители на автомат Калашникова. Поэтому вот такая будет растрата вот этого благотворительного лота. Не знаю, насколько хватит. Постараюсь выбить скидку. Потому что есть насосы, которые стоят 400 гривен, есть, которые стоят 1200. У них есть еще функция такого небольшого генератора. Короче, сейчас мне все объяснят на нашем харьковском рынке, Автограде. Попробуем там это все приобрести. Поэтому огромное спасибо всем, кто участвовал в данных торгах. Надеюсь, будем полезны. Поэтому держимся. Давайте сделаем так. Такой у вас один, да? Два с этим, с автостопом еще есть. Ну, в такую же цену. Сейчас я посмотрю. Там... А эти есть в наличии, да? Или тоже один, вот этот зеленый? Нет, эти есть там в наличии. Давайте мне два вот этих. Да. Один вот такой, и два вот таких вот. Посмотрите, еще второй какой-нибудь аналог. Поэтому я сейчас куплю военным 4 насоса. Если надо будет, у меня есть еще деньги, я еще приобрету. Остальную сумму я потрачу на секретный товар, который скажу только вам, потому что нельзя его оглашать. Поэтому спасибо всем огромное, кто поучаствовал в аукционе. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы? Здравствуйте. Мы вам хлеба привезли, ребят. Так, идут. У нас целый процесс. Там фасуют, тут фасуют. Решим. Вообще отлично. Молодцы вы. Спасибо. Да не за что.
Также хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто помогает нашей команде финансово. Ребятушки, очень приятно, что помогают. Помимо моих любимых подписчиков, помогают люди, также подписчики из других стран. Помогают различными способами. Есть такие люди, которые целенаправленно отправляют нам какие-то гуманитарные посылки. Очень приятно. Есть люди, которые знают, что, допустим, в Харькове ты не приобретешь там Карвалол, Карвалмент, Карвалтап. Вот эти три позиции. Просто смотрю, пришла посылка на новую почту. Когда я еду забирать какие-то там военные причандалы, получаю, а там полный ящик этих таблеток, которые как бы стоят недешево. Ну и, естественно, спасибо всем, кто из-за рубежа переводит денежку. Мы также покупаем практически ежедневно какие-либо товары. Потом их, соответственно, раздаем. Лена, как дела? Все хорошо. Тебе привет, огромное спасибо. Очень приятно. Ребят, сейчас отнесли на 12 этаж продукты, где бабушка еле ходит, а ее сын 2 инсульта или инфаркт. 3. 3? Да, я к нему заходила. Заходила? Как он выглядит? Лежа. В общем, он говорит невнятно из-за того, что нарушена дикция. Я не могу разобрать, но очень приятно, что львовяне... Жека, тебе привет особенный. Я сейчас вставлю. У него есть тоже свой YouTube-канал, я ссылочку оставлю. Жека привез нам полбусика разных няшек. Там и консервы, и макароны, и печеньки. Печеньки мы все раздали по школе. Консервы мы все под НЗ выдаем только вот таким вот людям, которые действительно нуждаются. А не всем подряд, которые в очереди стоят и еще недовольны, да, Лен? Вот. И за пивком потом идут. С баклажечками. Поэтому не хочется помогать таким людям. Я вообще теперь практически не нахожусь на раздаче. Занимаются наши ребята и занимаются. Сережка Могилка, Саня, учителя. У меня нет настроения таким людям помогать. Просто, чтобы не ругаться, я атрофировался от этого вопроса. И вот этот парень, мне также очень приятно. Это Жека, тебе отдельно привет. Мы сегодня, когда собирали посылочки, вы нам передали со Львова Липтон по 320 пакетиков. Я таких пачек не видел, огромные. И мы сегодня с Сережкой Могилка взяли по 15 пакетиков, расфасовали по кулечкам и положили в одну посылочку и в другую. И сейчас, когда я уже подъехал, парень не встает. Он стучит в стенку маме, мама выходит, нам открывает. Мама еле передвигается тоже. Но я его не видел, этого парня. Так вот, он звонит, а мы уже с Леной нажали пин-код подъезда. И говорит: Александр, и очень невнятно, я с 10-го раза понял, что он хочет. Если я вас кое о чем попрошу, это не будет наглость? Я говорю: ну попробуйте. А перед этим когда-то, в первые дни войны, он просил сигарет. И я грубо ответил, что у нас не табачка. И думаю, если сейчас попросит, ну немножко испортит мне, друг другу испортим настроение. А он говорит: я бы очень хотел попросить хоть несколько пакетиков черного чая. И у меня аж сердце растаяло, потому что мы перед этим с Сережкой положили по 15 пакетиков. Вот, в каждую посылку. Поэтому очень приятно. Ребята, берегите себя. Надеюсь, что наша с командой работа каким-то образом хоть кому-то сделает приятно. А если она еще кому-то сильно поможет или спасет кого-то, то это... просто для нас высшая награда. Держимся. Любимая возвращается. Что там она уже довольная, как слон? Что случилось? Это Артему подарок. Артему? Да. Ничего себе. А ну покажи, что там такое. Ничего себе. Я всегда с собой беру видеокамеру. Класс. Супер, спасибо, Елена, огромное. Ребятушки, и естественно, в перерывах между нашей работой, когда все расфасовано, все развезено. Да что ты там выбираешь, давай играй. То ему она, то футболка короткая, то этот длинный, чи наоборот. Сережка купил сегодня новые штаны, новый костюм. Красивые девчонки, готов? Да. Пощады не жди. Ой, давай, разминочка. Ну что это такое? Сейчас. Давай.
Вот так. Вот так. Что это такое, Сережка? От лавки удовольствий привезли гуманитарную помощь вот женщине и ее маме. Сколько маме лет? 81. Все, вот привезли гуманитарную помощь, передали. Все. Спасибо вам большое. Не за что, все, оставайтесь. Спасибо вам большое. Да, до свидания. До свидания. Если что, звоните. Спасибо. Какой у тебя подарок мне? А ну. Ничего себе. Ничего себе. Класс. Вот это класс. Там перка есть, отвертка. А ты чем будешь пользоваться? А у меня есть дома. Еще есть дома? Класс, ребята, вот такие у меня подписчики. Принес мне подарок, видите? Класс, храпик. Завидуешь мне? Видишь? Зато у тебя кофта красивая. Спасибо. Класс. Вот тебя кепка. Да? Супер. Вот это супер. Спасибо. Сережка, что это ты? Что это ты делаешь? Фасую. Дорогой. Фасуешь? Да, сэр. Красавчик. Будем раздавать людям. Это на одному человеку столько яблок? Да. Угу. Тут больше килограмма. Сколько тут ящиков? Было 14. 14 ящиков яблок привезли, ребятушки. Вот завтра будет выдача. Не знаю, сколько так. Кило точно есть. На человека как раз примерно 200 людям хватит.